الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Сегодня с нами بإذن الله تعالى по-прежнему بيان تدبير الجهمية ابن تيمية. Затем حرب الكرماني это сподвижник имама Ахмада ибн Хамбала. Все улема сунна его признают. Почитайте, что о нем говорит Аз-Захаби, Ас-Суюти и другие Аль-Хуффаз. Некоторые книги, которые у меня отсутствуют, я переведу в PDF. Также у нас сегодня Аль-Ибана ан Усули Диана Абуль-Хасана Аль-Ашари и Тафсир ибн Кафира. Здесь я еще приведу Ат-Тамхид ибн Абдель-Барра и еще кое-какие книги Аль-Халляля, по-моему, там еще есть. Ну, в общем, суть сегодняшняя у нас встреча будет посвящена еще одной лжи Джарабаева. На этот раз он сказал или отнес к Ибн Таймии правильные вещи, но солгал в чем? Прописал Ибн Таймии то, что Ибн Таймия не имел в виду. А во второй, ну, две главы будет сегодня. Видео третье, глава 4-5. Это имеет ли Аллах границы? Второе, когда Фираун сказал Хаману, построй башню и так далее, сказал Фаини Ладуну Кайдва, я считаю, что он лжец. Почему он сказал, что он лжец? Мы говорим, потому что Муса, алейхиссалям, сказал Фирауну, что мой Господь на небе. И Фираун ему не поверил и хотел башню построить. Что говорит на это наш многоуважаемый, наиправдивейший человек, который никогда не наговаривает на ученых, Джарабаев? Смотрим на экран. В этой книге он говорит: «Валлаху Та'аля кад ахбара ан фирауна аннаху анкара сани'а билисанихи». Всевышний Аллах рассказывает в Коране про фирауна, который отрицал своим языком существование Господа. «Факала ва ма раббул аламин». Приводит аят доказательств этому. Фирам потребовал подняться, чтобы посмотреть на Господа Муса. Если бы Муса, алейхиссалам, ему не рассказал бы, что его Господь находится выше, лям яксид далик, он не намерился бы на это. Если бы Муса не рассказал бы ему, что его Господь находится выше, то, что Аллах находится выше, это не было бы ни со стороны Фирауна, так как он вообще не верил Аллаха, и ни со стороны Муса, так как он ему не рассказал. Раз Фирам захотел подняться для того, чтобы посмотреть на Господа Мусы, это значит, Муса ему рассказал, что он находится в небесах, якобы. Это все логическая цепочка самого Ибн Таймия. Он, опираясь на свою логику, делая выводы из случая в случай, вытаскивает подобное решение. Ну, на этом, далее, наверное, в этой книге приводится мы остановимся. Итак, Ибн Таймия делает вот такую логику, строить такое логическое суждение по логической цепочке, говорит Джарабаев. Тафсир ибн Кафир, ученик ибн Таймии, кстати. И он очень горячо хвалит своего шейха ибн Таймии, как и при жизни, так и после жизни. Итак, что говорит ибн Кафир? Я буду текст вам показывать на экране. Можете смотреть на экран. Вот откроем этот аят, сура Аль-Касас, аят 36, говорит Фираун в ответ: «О Хаман, построй мне башню», знаете прекрасно, и тут момент: «Ва инни ла азуннуху мин аль-кадибин», «Ва инни ла азуннуху мин аль-кадибин», «Ибо я считаю, что он лжец». В чем он лжец? В том, что Моисей, Муса, алейхиссалям, сказал Фараону: «Мой Господь на небе». Потому что это причина слов Фирауна: «Построй башню, я хочу посмотреть, ат-таля, я хочу взглянуть на Господа, на который говорит Мази». Теперь, что говорит Ибн Кафир? Тут интересный момент, внимание. После слова Аллаха: «Ва инни ла азуннуху миналь кадибин», ибо я считаю, что он лжец. В чем лжец? Говорит: «Фи каулихи», в словах Мусы: «Инна фамма
что там, там где, на небе, самма, я не саммата, потому что речь о чем идет? О башне же, которую он должен построить к небесам. Самма там раббан гайри, ибо он говорит, что там есть Господь, кроме меня. Говорит ибну Кафир. Что говорит Абуль-Хасан аль-Ашари? По поводу достоверности этой книги нету сомнений, и Аз-Захаби, и Ибн Кафир признавали, и также Мар'и аль-Карми, да, аль-Ханбали, также Сафарайни, и ряд ученых, иншаллах, я посвящу отдельную вот лекцию этой книги. Достоверность этой книги. Что говорит Ибн Кафир, Абуль-Хасан аль-Ашари? Но у меня страница 50, это не важно, они могут меняться. Глава у меня 7. Итак, он здесь приводит что? В довод. Глава называется «Викруль истиваи аляль арш». Глава о возвышении Аллаха над аршем. И он здесь приводит разные доводы, хадисы, аяты, как подобает ученому, ахли сунна. Теперь что, внимание, он говорит, привел аят, вот тот самый, слова Мусы. «Построй мне аль-асбаб». То есть, да, башню. Асбаб ас-самавати фа-ат-талиа. Построй мне башню. Вот это фа-ус-сабабия. То есть, для того, чтобы я взглянул на Господа Мусы. А что вдруг на небо? А что не вниз? Что не в гору? Что не в море? Да? Как такой вопрос логичный. Ва инни ля адунуху кавиба. Ибо я считаю, что он лжец. Теперь говорит Абуль-Хасан. فكذب فرعون نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله عز وجل فوق السماوات. Здесь фараон посчитал лжецом Мусу алейхи салям. В его словах Мусе алейхи салям, что Муса сказал, то есть что мой Господь или Аллах над небесами, на небесах. Это говорит Абуль-Хасан аль-Ашари. Теперь вот эти слова, вот эти вот слова Абуль-Хасана цитирует великий ханбалитский имам аль-Карми, всеми признанный имам Джалиль. Вот он здесь у себя в книге Акавилю Сикат говорит, а точнее приводит слова, эти же слова, вот говорит, «Каля шейх Абуль-Хасан аль-Ашари» и в точь приводит эти слова у себя в книге. У себя в книге. Теперь эти же слова у себя в книге также приводит имам Абуль-Амин ас-Сафарайни. Что он говорит в этой книге? А что? Он приводит то же самое. И даже главу назвал «Аль-Аш'ари юсбиту л'улува дзати». Аш'ари, то есть Абуль-Хасан, подтверждает физическое, ну или по сущности возвышение Господа. И здесь он говорит «Вакиля ли Абда ибн Мубарак» и так далее. И потом здесь что? Приводит слова Абуль-Хасана аль-Аш'ари. В точь-в-точь. Говорит «Каля фил китабихи аль-Ибана». Он говорит «В своей книге аль-Ибана». В своей книге Аль-Ибана. И приводит эти же слова. То есть, оказывается, не только Ибн Таймия это сказал. Это сказал и после Ибн Таймии Ибн Кафир, после Ибн Кафира Аль-Мар'и, до Ибн Таймии, а также после Ибн Таймии Ас-Сафарайни, до Ибн Таймии Абуль-Хасан Аль-Аш'ари. И не все. И также Аль-Хафиз Ибн Абдель-Бар в своей книге Ат-Тамхид. Тамхид. Открываем ат-тамхид, что говорит аль-Хафиз ибн Абдель-Бар. Он здесь приводит аят, тот самый «Фа-ат-таля'а иля иляхи Муса». И я хочу посмотреть на Господа Муса, «Фа-инни ва-инни ла-азуннуху кадиба», ибо я считаю, что он лжец. Но это уже аят из сура Гафир, да? Говорит ибн Абдель-Бар, вот «Фа-далля аля анна Муса алейхиссалям кана якул иляхи фис-сама». Вот этот аят указывает на то, что Муса говорил ему, фараону, «Мой Бог или мое божество на небесах». И фараон сказал, что ты лжец. И дальше он здесь стих приводит. Что мы видим? Мы видим очередное невежественное суждение этого суфиста, приверженца могил, который взывает к могилам, на них уповает, у них просит, что он опять наговорил на Ибн Таймию, вернее, наговорил то,
что является неправильным, а правильное он не сказал. Значит, кроме Ибн Таймии, это говорил и Ибн Абдельбар, и Абуль-Хасан Аль-Аш'ари, и ряд других ученых. Это я так коротко. После Ибн Таймии, и Ибн Кафир, и Мара'и Аль-Карми, и Ас-Сафарайни, и ряд других, Ибн Абдельбардони я уже привел. Там еще есть муфасиры, можно копаться, вы, иншаллах, много чего найдете. Дальше они говорят, что Шейхуль-Ислам называет Аллаха махдуд, ограниченный, что у Аллаха есть некое ограничение, чем-то он ограничен. И приводит его слова. Вот у меня эта книга, на которую они ссылаются, а та самая Баяну Тальбисиль Джахмия. Я быстренько вам зачту, о чем вообще идет речь. Сразу скажу так, наперед забегая, хад, слово хад имеет не одно значение. Хад имеет значение, да, правильно, первое, это некое ограничение, да, некое ограничение в чем-то или где-то. Второе значение хад — это быть ограниченным, но не в смысле возможностях, а иметь границу, то есть разделение, то есть быть отдаленным и отделенным от чего-то. То есть видите, какое, да, значение совсем разное, и между первым и вторым огромное, да, отличие. И посмотрим, о каком именно хадде вообще говорит Ибн Таймия. Ну, у меня страница 14, это не важно, том у меня второй. Итак, говорит Шейхуль-Ислам, «Инна ляху сифа хия аль-хаддай». То есть речь о том, что у Аллаха есть какой-то атрибут по имени хадд. Он говорит, «Фа ин хадда аль-калам». Эти слова «Ля хакката ляху» – недействительны. То есть то, что у Аллаха есть атрибут по имени хад. Это вообще не его атрибут. «Ид лейса фи сифати лати юсафу биха шей ун миналь маусуфат кама юсафу бильяд аул алим сифатан муайнатан юкал ляха хад». Нету у Аллаха, подобно как руки там и так далее, как это прошло в Коране, сифа хада. «Ва инма лхад ма ятамайязу бихи ашшейу ан гайрихи мин сифатихи ва кадри». Вот это тонкий момент. Хад же здесь применяется, чтобы он отличился, ятамайяз, не был в чем-то растворенным, отделенным, когда что-то от чего-то отличается, отдаляется, либо атрибутами отдаляется, отличается, и величием, качеством, величием, атрибутикой и так далее. كما هو المعروف من لفظ الحد في الموجودات. Как это известно в условии хад в отношении творений. Итак, он здесь приводит разные примеры, разные. Потом он здесь говорит: وقد عرفنا حقيقته وماهيته. И мы узнали его истинность, его сущность. ويقولون إنه لا يباين غيره. Они, то есть Джахмия, говорят, что он не отделен от творений, не отделен от творений. Здесь Ибн Таймия приводит две крайности: группу тех, которые говорят, что он с творениями, и это Джахмия, и группа из Муътазиля. Не все говорят, что его вообще нету. Адум, на этом также Аль-Ашаари, Матуриди и Мутазиля. Так вот, мы посередине, мы говорим, что он в пространстве своем божественном, но и не в нашем бытии, как бы граница есть между божественной, вот эта граница между божественным, несотворенным, Божьим, в Божьем измерении, да, в его трансцендентности, между бытием сотворенным. То есть Аллах отделен. И он привел Асар Ибн Мубарака, ну, его спросили, как мы узнаем, он сказал, «Аля аршихи мубайинун ли халкихи, мунфасилун анху». Он отдален от своих творений, отдален от своих творений. То есть Ибн Таймия хад, границы к Аллаху, применяет в каком значении? То есть Аллах отдален и отделен. Но не только же Ибн Таймия хад в этом смысле применял, как это лживо заявляет Саид Фуда, еще тот обманщик. И не только Ибн Таймия это приводит, но также это говорит имам Ахмад, Ибн Рахави. Сейчас мы это здесь укажем. Харб Ибн Исмаиль Аль-Хандри Аль-Кирмани является сподвижником, сопровождающим имама Ахмада, и Исхака Ибн Рахави, этих двоих. Что же он приводит в своей книге, это Китаба Сунна, что же он здесь приводит? Давайте посмотрим. Глава у меня 23, на странице могут отличаться. Он говорит, «Саальту Исхак Ибн Ибрахим». Я спросил Исхака Ибн Ибрахима, это Ибн Рахави.
Аль-Ханзали. Что значит, что он с вами, где бы вы ни были? Он сказал, он с вами, то есть ближе к вам, чем ваша яремная вина, то есть знаниями, но он сам ба-ин мин халки, но он сам отдален от своих творений. Культу ли Исаак, я ему сказал, аль-арши бихадин, он на арше, на троне, с ахад, с границей, с границей есть хад, граница. Говорит Исхак, наам, бихаддин, да, с границей. И также упоминается от Ибн Мубарак, говорит Аль-Кирмани, «Кала хуа аля аршихи, он на своем троне, внимание, баин, отдален от своих творений, бихаддин, границей, границей». Это же сообщение приводит и Ибн Батта в себе Аль-Ибана 1.1.8, и также Аль-Харави, Дамуль-Калям 1.2.0.8, также, ну и другие Аль-Уляма. Это был Харб Аль-Кирмани. Это был Харб Аль-Кирмани. Вот, к примеру, Аль-Халляль, он тоже ученик не Ахмада, но вот его учеников, да? Здесь приводит иснады. И до Ахмада ибн Хамбаля от Абдуллы ибн Мубарака. То есть Ахмад от ибн Мубарака, а ибн Мубарак его кто? Шейх. Он сказал, ибн Мубарак, Фиссама и Саби, он над седьмым небом, над Аршем, говорит, бихаддин, бихаддин, говорит, границей, он с границей, то есть за границей этого бытия, то, что говорит и ибн Таймия. Здесь же вы видите, что Аль-Марвади передал от Ибрахима ибн Исхака, ибн Ибрахима ибн Рахавей, то же самое. Аль-Арши бихаддин, бихаддин. Подобное тоже можно посмотреть в Аль-Махаджа имама Абу-Л-Касима Аль-Азбахани, рахимахуллах. Он тоже говорит, суэль Абу-Л-Касима Ат-Тайми, Абу-Л-Касима Ат-Тайми спросили, можно говорить, что Аллах есть хад. Он говорил, смотря что он имеет в виду. Если он имеет в виду, что он отдален от творений, то, конечно, он прав. Он прав, но... Если что-то другое, конечно, он не прав. То есть что-то в нем там смешано или он растворен, это, конечно, не прав. Потом говорит сам автор, но лучше от этого воздерживаться. Но лучше воздерживаться или нет, это, конечно, вопрос другой уже. Имамы это все равно использовали, Ибн Хамбаль это использовали, Ибн Хамбаль и Ибн Рахавейхи это использовали, и нам это достаточно. Если Исаак ибн Рахавей, внимание, если Абдуллах ибн Мубарак, Исхак ибн Рахавей, Ахмад ибн Хамбаль, они это трое сказали, все, нам это как далиль худжа, добавьте к этому Аль-Халляля, Аль-Кирмани, еще и ибн Таймия, еще Абу-Л-Касим Ат-Тайми, мас'аля закрыта. Теперь я спрашиваю Джарбаева и вот все те, кто ему верят, либо все они муджасима, либо просто вы джахмиты. Конечно, мы все склоняемся вот ко второму варианту.